Начало июня для нас показательно тем, что наши клиенты стали потихонечку оживать, возвращаться в рынок. Появилась определенная активность. На сегодня мы видим активность на вторичном рынке. В том, что вот ставка снижена, да, и люди готовы идти на просмотры, готовы приобретать квартиры. И на вторичном рынке сегодня легче торговаться, потому что это другое физическое лицо, там нет закрепленной стоимости. Клиенты разделились на как бы два лагеря. Один лагерь находится в состоянии ожидания, но раз ставку понизили и цены немножечко опускаются, мы подождем еще. А вторая часть решает свои жилищные вопросы и понимает, что, в принципе, продав свою квартиру по стоимости сегодня, добавив небольшую сумму кредита под ставку, которая уже снижена, то, соответственно, они могут уже спокойно переезжать и решать вопросы с новой локацией. Да? Дети идут в школу, студенты поступают в институты. И вот эта активность нам дает возможность думать о том, что все у нас стабилизируется и больше не будет таких эмоциональных штормов. Был период, когда наши клиенты снимали, приостанавливали продажу в связи с тем, что не понимали, какая стоимость будет, скажем так, завтра, да, у этой квартиры, и смогут ли они что-то в себе взамен купить. Поскольку сейчас идет вот плавная стабилизация цены, то больше предложений стало выходить, потому что оживление определенное происходит, люди готовы сегодня двигаться дальше. Поставки сегодняшней по ипотеке, она была 11% годовых, сейчас она 10,5%. Ну, это у каждого банка свои программы с первоначальными взносами. Это то, что касается вторичного рынка. И то, что касается первичного рынка, то ставка стоит, скажем так, при пределах 9%, 8,9%. Есть семейная ипотека, это 5,4%. Есть сельская ипотека, 2,7%. Поэтому выбора программ сегодня на самом деле масса для наших клиентов на любой, скажем так, вкус, цвет и кошелек. Еще одним трендом сегодняшнего дня является на первичном рынке это субсидирование со стороны застройщика процентной ставки. Например, скажем так, ставка с господдержкой это 8 годовых, а ставка со стороны, скажем так, застройщика это и 6, и 5, и даже есть у нас застройщики, которые из других регионов предлагают нам ставку 0,1% годовых. Поэтому наши клиенты на первичном рынке тоже рассматривают возможность инвестирования и под такие проценты. Мы понимаем, что сейчас образовываются определенные цепочки, как это было некоторое время назад, когда, продавая однокомнатную, добавляют ипотечные средства и материнский капитал, покупают двухкомнатную или трехкомнатную квартиру. А наш главный девиз – «Живи здесь и сейчас, решай вопросы жилищные сегодня». Мы понимаем, что все плавно идет к определенному стагнации, спокойной, ровной, да, по ставкам, по банковским продуктам, потому что покупательский спрос сегодня оживает, потому что сегодня у нас продавцы готовы все-таки идти переезжать. Поэтому мы понимаем, что к осени будет определенное, вернее, продолжится вот это оживление, плюс добавятся наши текущие сезонные покупатели, это те, кто... Опять же, студенты, да, поступили в институты или пожили год в арендованном жилье и захотели что-то купить. Плюс программы социальной поддержки, которые сегодня государство прорабатывает, в том числе там, для программистов, для IT-специалистов, льготные ипотеки на первичном рынке. Поэтому мы ожидаем постепенное оживление, ну и к осени, скажем так, стабильно вернуться в ту жизнь, которая была у нас активная, и с хорошо продаваемыми объектами недвижимости.